кто такой Мамура вообще? Это мужик или папа? Кричи громко. Я тебе говорю, это папа, не мужик. Давай выскажи. Ты глухой? Руки на стену, блядь. Мог простить тебя, а я буду наказывать. Жестоко наказывать. Я тебе серьезно говорю, пятак, десятка, у него всегда там он в кармане лежит. Счастливый, влюбленный. Я хочу тебя! Еще не нашел свою девушку. Мы охрана города, запомните мое имя, Мамура. Пошел ты, подойди сюда. В упор упали оба. Ползи. Тебе кто въебку задал? Ты хоть второй, что ли? Я нанес удар, вы даже не заметили его. На тебе, на твое звание. Ты сюда. Мужик, поговори. Всем привет, дорогие друзья. Это новый ролик, новый пушечный пранк. Я благодарен за ваши ожидания. Ваше терпение безгранично. Спасибо вам, что смотрите меня. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Становлюсь на колено. Цветы появляются, как у мага, прямо сейчас каждому из вас по букету. Вам, 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 вам. Букеты летят в экран? Забирайте. Улыбайтесь, девочки, мальчики, братишки и сестренки. Давайте в этом ролике по красоте, как и в прошлые разы, я вам раздам пару монет. Золотых, настоящих. Немножко денег на счет за креативный комментарий и лайк под видео. Ну а я полетел. Пляски, танцы. Все начинается. Ладно, последний трюк покажу вам. Самое сложное позади. Я свое дерево посадил. Блядь. Новый пранк. Мамура Family. Дорожный надзор. Давайте проверим документы. Может, что-то с ними не в порядке. Проходите, бабушка, проходите. Вас никто не тронет. Дорожная полиция, здравствуйте. Здравствуйте. Чего остановку делаете здесь? Заходим внутрь, не стоим на улице. Здесь все просматривается по периметру, снайпера стоят. Давайте, ребят, тут у нас есть спецоператор. Блин, боятся. Да бойтесь, ребят, давайте. Под крышу, под крышу. Слышите меня, мужчина? Мужчина? Давайте вниз. Постановку делаем. Стоп, стоп, на месте. Стоять, говорю, ты что, не слышишь меня? Подойди сюда. Метро пьяными запрещено, дорожный патруль. Вы что тут устроили, ребята? Кто? Кто? Ну не я же. Че, стоп, на месте. Ты что, торгуешь, что ли? Иди сюда, дуй. Давай. Охуеть, да? Хватит. Что ты ржешь, что ты смеешься? Что-то смешное сказал? Я и сам сигарет сам купил. И торгуешь сигаретами, что ли? Давайте в упор лежа принять. В упор упали оба. Что-то неясно сказал. Вот такие правила нынче, ребята. Это не я придумал. Новый закон вышел, ебать. Если люди пьяные в метро идут, 10 отжиманий. Переход. Подождите, документы показать, что где написано это или что? Вы свои покажите, потому что я не понял, кто вы есть вообще. Слышь, мобила не интересует? Нет. А тебя? Нет? Давай по-быстрому, нахуй. 10 приседаний. Чтобы меня не тревожить. А то мы сейчас вызовем наряд дополнительный, ладно? Давай с ним вместе, упади. Давай. 10 приседаний и все, и свободны. Подожди, вместе я буду считать. Алло, стой. Поехали, раз. Давай, нахуй, я мигалку куплю. Давай, хули ты ржешь, блядь. Полковник, Мамура меня зовут. Мамура? Да. Давайте, пацаны, ладно. Ты будешь чих-пых, а ты будешь чижик-пыжик, нахуй. А давай чих-пых, пиздуй. Ходи все там. И что надо сделать? Ну, скажешь, что я люблю хотя бы на раске. Да, блядь, ну да, я сейчас поснимаю, потом скажу, ну, ладно. Ну, ты немного, пацаны, тоже, блин, не проблем. Просто встань. Да, подожди, отойди, стой. Ты что тут встал? Ты? Я вот стою. Кого ты, блядь, ждешь? Ты? Кого ты ждешь, а? Стой, подожди. Ты что стоишь? Сигнатом стою, жду. Отойди отсюда, блядь. Ты что тут встал, нахуй? Иди сюда. Блядь, ты что нахуй? Ты на себя сюда посмотри, блядь, ты. Иди сюда, блядь. Встань что? Здесь. Че в бутылке? Че в бутылке? Я с Игнатом стою. Чё? Какие Игнаты? Ты теперь не с Игнатом, ты здесь будешь стоять. Документ. Мысленно. В прямом, блядь, смысле, нахуй. Вот, блядь. Давай сюда, сына. Ты куда? С Игнатом подошел, я че. Да стой на месте, спиной, нахуй. Повернись, руки на стену. Че такое? Руки на стену. Ты глухой, блядь? Какой? Руки на стену, блядь.
Руки на стену, нахуй. Запрещенные препараты с собой имеешь? Нет. 100 рублей есть? Нет. А 200? Нет. Какого нахуй Игната? Вот сейчас я... Какого нахуй Игната? Игнат. Мне тут наебать решил? Нет. Вот сейчас тебе парень прошел. Какого нахуй Игната, блин? Ну, Игнат, где я? Хорош тебе, чувак, что ты? Какой я тебе чувак, нахуй? Полковник меня зовут. Мамура, блин. Хорошо. Мамура, полковник. Полковник. Игнат. Где Игнат, блядь? Подойди, Игнат. Наверх, блядь, идем. Ты заебал, нахуй. Ты думаешь, тебе все с рук сойдет? Игнат. Ты, блядь, спустился в метро, блядь, или че, нахуй? А? Тебе кто в ебло уже дал, нахуй? Ты хочешь второе, что ли, синяк? Нет, а? Нет. Зови Игната, блядь. Где Игнат, нахуй? Где Игнат, Ну, Игнат. Игнат. 18 видов оружия. Мы находимся на стрелковой зоне Fireline. Ни в одном тире нет такого большого арсенала. Это бинали, полуавтомат. Это фабар, механика. Покажу, как заряжается, потом попробуй А вот это оружие на вооружении где-то стоит у нас? Стоят у силовых подразделений, то есть если там выбить дверной проем или дверной замок, там очень мощно. Да, она выбивает прям целиком сразу. Сюда заебись хуярят, пиздец, вот сюда. Нет. Я вам так скажу, если такая штука в ебло прилетит, мало что, блядь, понравится вам. Очень жесткий, да? Тебе понравилось? Охуительно, пиздец. Тяжелая артиллерия. Я же играю в этот, блядь, а? В танке. Так в PUBG такая же хуйня, реально. С дробовиком кто-то засел, вот она. Дюм. Алкаш выбежал на поле. Да-да-да-да-да. 100% террорист. Че, попал хоть раз? Попал что-то. Нормально. Это было разминка. Ну, ребята, первый раз в жизни. Первый раз, Сакас? Да-да. Вообще со всего стреляю первый раз, ебать ворота. Вообще никогда не стрелял. В PUBG. Тоже такая же хуйня, тоже нужно, блядь, настильность высчитывать. Да, то же самое. Это револьвер. Смит Вессон. Кнопка. Ага. Барабан, как в фильмах. А как в фильмах? Ага. Раз. И потом можно так. И все, да. Нихуя, ебать, урод. Курок постарайтесь заводить каждый раз. А, ага. О, молодец. Вот его почувствовать нужно. Вообще коллиматор для чего? Коллиматор увеличивает темп стрельбы и скорость стрельбы. Коллиматор выполняет две задачи. Вы и проведете противника, и прицельный. А теперь ручной гранатомет. Противотанковый. РПГ-7. С одного пиздюли полтанка может снести. Несите. Добрый день! Как вас зовут? Мария. Мария, Анна, по отчеству? Алексеевна. Мария Алексеевна, а можете сыграть? Выходила на берег. На берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Хватит, это вам в карман. Это вам в карман. Вы молодец. Может, вам на сегодня хватит? Да, можно сыграть. Ну, честно говоря, я же вам закрыл сегодняшний день. Да, закрыл. Вы можете отдыхать дома. Я прав? Прав. Ну вот вы добрый человек, а вот у меня дочка родная без жилья оставила. Вообще вас дочка бросила? И выписала вообще из квартиры. Я сейчас не... Номер ее дайте мне прямо сейчас. Номер-то я не знаю, адрес я могу дать. Я просто давно-давно здесь играл на балалайке, правда, я играла. А сейчас на балалайке? Да. Сейчас на баяне. У вас хорошо получается. Едьте, пожалуйста, домой отдыхайте, ладно? Да, иду. Потому что да, вам уже нужно отдохнуть, вы устали. Спасибо. Мария Алексеевна, до свидания. Спасибо. Благодарен вашей музыке, вы молодец. Защита, безопасность, нужна до дома охрана? Нет. Нет? Точно? Кому я нужна? Как кому вы нужны? С такой-то баяном таким не нападут? Вы прекрасно хороший человек, выглядите просто на плюс. Спасибо. 80 лет будет в этом году. Я вижу, я читать умею. Спасибо. Вы молодец. 80 лет, представляете? Вам не тяжело будет это все таскать? Ничего, я на коляске. Все. Спасибо. Хорошего дня вам, до свидания. И вот главный вопрос. Как фармить монету? Как зарабатывать? Помимо основной работы, которой занимаюсь я, которой занимаетесь вы. Что же делать, когда у вас в принципе есть какой-то бюджет? Как его увеличить?
При всем при этом, фактически, ничего не делаю. Может быть, доверить это профессионалам? А именно Avalon Technology. Что они делают и чем они занимаются? Давайте поподробнее вам сейчас расскажу. Как они работают? Покупают стартапы, покупают ценные бумаги, а затем продают их просто по высокому курсу. Только на курсе биткоина за январь 2023 года Avalon Technology сделал 65 миллионов рублей чистой прибыли. Их надежность и простота привлекла уже более 1 миллиона 300 тысяч инвесторов по всему миру. Ведь они на рынке уже более 7 лет и пережили 4 кризиса. Кризиса у них не существует никогда. Пока есть возможность, ты можешь стать их инвестором и получать 1,3% ежедневно, просто не выходя из дома. Начать инвестировать можно хоть со 100 рублей. Только вдумайтесь в то, что вы небольшую сумму вкладываете и каждый день можете забирать оттуда свою прибыль. А перейдя прямо сейчас по моей ссылке в описании, ты можешь получить 15% кэшбэка от суммы пополнения, но только для моих подписчиков. Если ты зарегистрировался уже на Avalon Technology, ты можешь писать в поддержку «Где мой кэшбэк?» и по промокоду EdwardBill ты получаешь 15%. Кэшбэк возвращает реальные деньги, и ты можешь их вывести. Если вдруг ты думаешь, где же заработать, не думай. Моя ссылка в описании. Действуйте быстро, потому что количество регистраций ограничено. Давай, братик, не подкачай. Показать прибыль, я думаю, ты хочешь вместе со мной. Ага, давай, давай. Надо найти какую-то девчонку, сказать ей за всех нас, парней, чтобы в лоб прям все высказать. Мы же этого не говорим. Вы постоянно откладываете это на потом в надежде, что они сами все понимают. Но мы и я сейчас отчасти за всех нас, парни, ребята, мужики, выскажу все им в лицо. То, что никто никогда не скажет, потому что боится. А я даю жару, потому что могу. У! Алло. Ага. Конечно. Понял. Понял. Что, девушка, не подержите букет? Сейчас я завяжу шнур. Я на Кузнецком, да. Ты подходи ко мне, подъезжай. Мы с тобой увидимся. Да, хорошо. Сколько тебе лет? 18. 18? Да. Это тебе? Нет. А знаешь почему? Почему? У тебя есть твой молодой человек? Да. Ты его любишь и ценишь по-настоящему? Да. А он тебя? Часто вы ссоритесь? Нет. Что самое страшное он тебе высказывал в лицо? То, что тебе не нравилось? Да, такого не было еще. Потому что они боятся. Я сейчас тебе выскажу все за него. Мы дарим вам цветы. Каждый раз мы уделяем вам бешеное внимание. Вы это воспринимаете как должное. Мы заморачиваемся, бьем за вас ебло, ребра выламываем другим парням. Вы этого не знаете. Вы должны нас, блядь, носить на руках. Не мы вас, а вы нас. Я тебя не подниму. Да я в переносном смысле. Каждый день ты должна приходить домой и говорить, как его зовут? Денис, ты должна говорить: Денис, я хочу тебя. Я люблю тебя, Денис. У меня сегодня не болит голова. Я еще не нашел свою девушку. Я не нашел, я женат, у меня 10 детей. Так что я тебе говорю, вы должны к ним вообще облизывать их вот так, как коты. Понимаешь? Нас, и вот я стою, оближни меня, попробуй. Нет. В этом ваша ошибка. В этом ваша слабость. Мы знаем это. И мы вас постоянно будем вот так, знаешь, скептически к вам относиться. Вы вроде есть, а вроде вас нет. Мы вроде как бы хотим, но вроде и нет. Почему мы смотрим на других девушек? Ты задавала себе вопрос? Нет, почему? Потому что вы не выделяете нам должного внимания. Всегда кто-то есть на замене, понимаешь? Он за тебя рвет и мечет. Ты замечала, что он за тебя заступается, там, что делает, то, пятый? Да? Он рискует своим здоровьем постоянно. А ты чем рискуешь? Бывает, рискуем своим здоровьем за вас. Например, курите электронку, да? Нет. Бля, опасно. Мы вас хотим и любим, но вы должны также энергию отдавать. Ты заметь, насколько он заряжен, когда к тебе приходит. Заметила? Он вот такой весь суетой, а ты так смотришь на него, да. Конечно, он расстраивается. Я люблю просто женщин, вас обожаю, вы молодцы. Мы вас любим и ценим, но, пожалуйста, выделяйте нам должное время. Мы хотим, чтобы вы с нами коммуницировали, чтобы была химия. Вот смотри, сейчас вот между нами химия, наложи монтаж. Между нами химия здесь. Я тебя хочу, я на тебя лечу. Да не ссы, я тебя не ударю. Птицу вот так. Ага. Обнимаю и съедаю. Дэн сейчас придет, ты его любишь? Да. Вот. А он тебя? Тоже. Как часто вы это говорите друг другу? Мы видимся раз в неделю с ним. Говорите чаще, видитесь чаще с ним, ладно? Потому что это важно. Все, как тебя зовут? Алиса. Алиса в стране чудес. Я пошел. Я вроде как все сказал. Даю жару, потому что может, могу. Может, уже мне подарить, да? Эй, моя жена работает в цветочном. Ебать, она там зарылась в этих цветах. Дети пакуют цветы, они тоже работают в цветочном. Бай-бай. Ты потеряла принца только что. Все, не звони, не беги за мной.
Я как джекпот, тебе сегодня не повезло. Бонуска выпала другому типу. Брат, ты можешь сейчас закрыть? Сюда скидываемся, кто платит. Кто? Нет. Давай. Да нет денег, брат. Скидываемся на телефон. Поехали? Да. Все, сумма платит за счет. Я сказал, нет, ты проиграл. Как побед, блядь, я все, сказал. Это уже детский сад. Да, на ровном месте. 17 940. Вот так экономим бабки. Можно еще что-нибудь доказать, братик. Вот. Да я денег у тебя там. Слышь, ты Луи Виттон свой достал. Я у тебя всю сумку сейчас заберу. Пацаны, скажите мне, забрать у него всю сумку и отдать вам эти деньги? Вот реально, они ему не нужны, он даже не разбирается в них. Как у дурака Фантиков этих денег. У него даже не разбирается в этих. 5000 у него, сколько у него. Он проиграл. Давай на чаевые 5000 кто отдает. Ребята, господа, чек работает несколько лет. Я считаю, надо вас нагреть хоть раз. Я тоже так считаю. Я закрыл счет 20 000 и говорил, 5000 оставить на чай. Если кто не знал, у меня есть удостоверение. С этим удостоверением тебе все двери открыты, ты понял? Реально? Да. Ладно, дай на чай, брат, ну 5-10 000, ну серьезно уж. Брат, забирай, договорился. Забирай, забирай, пока он не забрал обратно. Либо вы выкомментируете на Цуефа. Либо ты проигрываешь весь свой кэш, либо удваиваешь, то есть столько же он тебе дает. Команда, ну, ничего, согласуй с командой. Давай. Команда. Мне кажется, они откажутся. Не готова, девушка. Она же кроссовки себе новые заказала, говорит. На самом деле, вы знаете мою натуру, я бы вам рекомендовал сыграть. Я честно говорю, он знает, что я бы не забрал деньги. А она за 800 рублей рубится. Супер приз на ворвание. До 3 побед. Ты уже вспотел, Вань. Вань, они реально готовы. Высыпаем всю мелочь, банку. Я решил сыграть с официантом на все чаевые, которые он сегодня заработал. Он кладет вот сюда вот и на Цуефа. Либо если он выигрывает, то он забирает весь банк, удваивает его. Если проигрывает, то Вилса забирает. Но мы не будем забирать. Администратор приходит, официант ее прессует. Давай деньги все нахуй, сюда я сейчас буду выигрывать. Лотерейный билет у нас. Прикинь, он удвоит, а я дальше начну играть. Короче, это весь твой кэш на сегодня, правильно? Давай, на Цуефа, поехали. Как тебя зовут, брат? Федя, не нужна тебе такая игра, брат, поверь мне на слово. Не нужна тебе такая машина, брат, поверь мне на слово. Давай. Переножьте. Цуефа, Цуефа. Все. Нет, до 3 побед. А, до 3 побед. Один. Подожди, не дергай меня. Давай. Еще две. Давай. Готов? Брат. Есть, одна. Он уже показывает. Есть. Цуефа. Нет, первый ножницы, да. Тут их пиздец, пошел уже стелиться. Цуефа. 1-1. 1-1. Психологически я уже его ебал. Я уже понял, как ты его наебал. Он один раз уже проиграл. 1-1, Вань. Давай, первый ножницы. Да не дергай, я его ломаю. Хочу его сломать, чтобы он потерялся. Цуефа. 2-1. 2-1. Команда поддержка вот стоит. Есть ресторан, повар, кальянщик, все вышли, поддерживают его. Давай. Цуефа. Цуефа. 2-2. 2-2. Счет. Итак, заключающее очко. Живи здесь и сейчас. У него есть вариант сейчас забрать половину этих денег и уйти. Либо ты играешь и проигрываешь все, либо ты берешь половину и вы расход. Шанель, что играешь? Шанель, что играешь? Поехали. Давай. Цуефа. Цуефа. Да! Есть! Вася, поздравляю, брат. Выиграл. Сегодня гуляете, я думаю, да? Закрываете сейчас, все сразу. Я ложу 15. Ты играешь дальше? Я думаю, 15 000 я ложу в твой банк. Ложи. Сам себе чел говорит, ложи. Согласуй с командой. Все, они там, у них педсовет свой. Ну что? Говорят, хватит с нас. Как хватит? Базар, говорят, не входи, да? Подожди, ты думаешь, что 60 000 будет? Ты что, угораешь? 60! Не 30, это копейки, брат! Не подумай об этом, 60! Это сразу каждому по 15. Все, можно завтра не приходить сюда вообще. Если ты сейчас выиграешь, можем сразу до первого. Ты сразу до администратора допу. Ведись. Женщин не слушай никогда. Вообще девушек не слушай. У меня есть сердце мое. Оно говорит играть. Сразу до одного играю. Я тебе 30-ку должен еще. Я буду потом перед командой виноват. Деньги это пыль. Вообще ни о чем. Ничего не значит. Я гораздо лучше эмоции. Да. Эмоции получишь незабываемые. До первого раза. Цуефа сложит с первого раза. Все. Если я проиграю. Федя, поверь мне на слово. Ну, ты же знаешь. Да, Федя, я не просто так Федя. Готов? До одного. 30 000 на кону, еще 30. Без 3, Федя. Тут 30 000, ребят. Давай. Давай, не очкуй. Без 3, сразу. Цуефа. Все. Давай. Готов? Цуефа.
суефа, суефа. Бля, проиграл. Но у меня нет проигравших, у меня все выигрышные. Я ложу Феде за его упорство, за то, что он не обосрался, еще десятку. И Федя сегодня уходит со всем банком. Поздравляем! 40 тысяч! Федя не обосрался, красавчик. Хорош. Я, знаешь, уважаю за то, что не сдался, не послушал никого и принял решение. Каким бы ни был результат, он не зассал, не дал заднюю. А если бы он выиграл, положил бы 30. Вы прям хотите вот конкретно по варенику взять? Прям, да. Мы можем вам сделать скидку. Вам нужно спеть трек. Big Boy. Сразу выдается талончик, и вы сразу получаете все бесплатно. Ну, давайте, давайте. Аппарат Кадиллак, у нее огромный зад. Я забыл про нищету и больше не вернусь назад. Она так горяча, как будто только собирает. Солнышко, теперь беремся в руки. У нее огромный зад. Я забыл про нищету и больше не вернусь назад. Она так горяча, как будто только собирает. Собирает. Молодцы, девчонки, вы получаете букет. Но кто из вас его получит? Я. Держи. Поздравим ее, похлопаем. Хлопаем, все, похлопаем. Я вам выдаю талончик. Вы заходите, говорите, мы от Мамуры. Что мы спели две песни на входе, нам сказали, все бесплатно. Договорились? Хорошо. Сейчас так, я вам выдам. Держите. Все, заходите. Спасибо. Талончики выданы. Хорошего дня вам, девчоночки. Ух, даю жару, потому что могу. Ух. Кстати говоря, ребята, я пел свои песни. Big Boy, Vampir. Кто не слышал эти песни, я выпустил альбом. В крайнем случае, для вас буквально. Ссылка в описании. Переходите в мой ВКонтакте, я добавляю всех в друзья. А также на моей стене есть этот весь плейлист. Слушайте на здоровье. Берегите себя и своих близких. Йо, покажи привет. Мы сейчас стреляли с пистолетов. Сейчас переходим на карабины. Это уже средняя артиллерия, которая может принести множество неудобств, если дойдет до цели. А это у нас что за оружие? Сайга. Это сайга, все правильно. Концерт автомата Калашникова. Под пистолет и патрон, уже в тюнинге весь. Кнопка сброса магазина. Вот она под правой рукой. Здесь коллиматор тот же самый. Левой рукой. Ага. Почему левой? Чтобы меньше подброс ствола. И левой натягиваю, правая нам нужна просто, как будто на струне играю. Какой калибр? Девятка. 9x19. Сейчас будем стрелять в динамике, ребят. В практике никогда не будете стрелять статично, как сейчас стрелять. Ножки вместе, и пошло движение. Стреляют два в грудь, голова. То есть два останавливающих, если в броне, и третий контрольный. Смотри, я ему просто ебучку вскрыл. Конкретно разворошил ебало. Посмотри на этот ротик, ну как его не защитить? Ну она сегодня с тобой уедет. Она сегодня со мной, я забираю. А этому в ебло еще напоследок. Ты убил сейчас. Ебать! Ну по щеке его ебал. Всего лишь артерия, ничего страшного. Я прям чуть-чуть тут понервничал, думаю, блядь, что за хуйня. Ну вот здесь я прям жестко его. Смотри, прям как, ебашено. Все, спасибо. Ну вы уже стали здесь работать, я вас вижу, прям уже заебались. Сегодня у нас без ЧП, но мне очень понравились пистолеты, особенно с коллиматором. Мне очень зашла сайга, прям... Очень вот, крутая. Это говорю то, что русская. Да, русского производства сайга идеально. Ну, дробовик тоже прикольный, который... Почему сразу ваншотает в голову? Потому что, блядь, это дробь, она разлетает все тело, размазывает кишки нахуй на стену. Вот почему дробовик очень опасен на ближней дистанции. Да и любое оружие такое, знаете, тяжелое, оно опасно. Вы обязательно пишите комментарий «хочу в тир» и ставьте лайк под видео. Если вы ставите лайк и пишите «хочу в тир» и подписан на мой канал, вы обязательно сюда попадете. Двоих счастливых. Заберу, приедем здесь, сюда. И вот так же самые со всех видов оружия. И с машины, и можно... А лежа можно стрелять? Если оденется соответствующий. Да, если разденетесь, девочки, можно и лежа стрелять. И в машине, и везде. Окей? Пишите комментарии «хочу в тир» и ставьте лайк. Здравствуйте. Что у вас тут? Не, я спрашиваю просто, а что у вас тут? Не, я не понял, вы не поняли. Ларек открыли, продаете цветы? А у вас это сертификация? Пошел ты, мне 90 лет, я... Вы хотели сказать, как вы хотели сказать мне, куда пойти надо? Никуда, я матом не ругаю. Сколько стоит букет у вас? Как вас зовут? Нет у меня имя вообще. Давайте заберем у вас все букеты, возьмите. Только я хочу знать, как вас зовут.
Лидия Михайловна. Лидия Михайловна, я попрошу вас продать мне все букеты и дайте мне слово, что вы пойдете домой и не будете стоять на холоде, ладно? Пожалуйста. Спасибо вам большое. Лидия Михайловна, большое. Ничего плохого я не хотел. Вы не переживайте, вас никто здесь не тронет. Мы охрана города, запомните мое имя, Мамура. Лидия Михайловна, ладно, дайте вас обниму, все. Вы на меня не обижаетесь, ладно? Вы позитивная, очень, очень крутая бабушка. Я бы вам не дал 90 лет, честно скажу. 85, тем более, вы на 70, это максимум, честно. Давайте от меня вам букетик подарю. Ладно, Лидия Михайловна, до свидания. Да пошел ты в пизду. А у вас сертификация есть? Да пошел ты пизду. Красотка моя, обними меня. Кто это поет, скажи мне? Это Женя, моя подруга. Женя? Принцесса моя, что поешь? Песню. Свою? Нет. Давай свою. Свою? Да. Твой бас дал то, что надо. Покажи мне все, что ты мне в личку присылала. Сердце украла, эй. Подержи букет. Ой, это мне, спасибо. Да уйди. Баллон, отойди от меня, ты воняешь говном. Ты воняешь говном, йоу. Ладно, стоп. Так, даю пятерку на двоих. А я говорила. Спасибо. Я Ванга. Ты хочешь сосать? Нет. Ты воняешь говном. А ты нет, давай я тебя обниму, Жаня, хочешь? Ну ты мне хоть поцелуй в щечку, давай, слегка. А в эту? Давай, я массаж делаю, ты играешь, давай. Ну что, сейчас вам покажу несколько горячих, красивейших попочек, на которые вы слегонца, ну не сильно, под одеялом типа нога чешется, пока мама не видит. Залетай. I don't miss, I don't play none, I don't diss, I don't say none, I go swish, that's an A1, I stay with no A1. Мы сегодня с вами находимся на самом перспективном, самом красивом шоу Боти Брайт Киджи. Боти Бридж. Ну, я имею в виду про Боти Бридж. I've been up now, that's a case wine. I've been down too, like this bass drum. I got so much to do. Эдик сегодня 200 килограмм масло поднимет. In the summer, boy. Еще ниже. Ниже. Готов? Давай. I don't miss. Здесь около 100 девушек, и он подошел, обнял пацана, прижавшись к члену. Ну это брат. И сразу видно, из тюрьмы не надо. Это вышло. Братская кровь называется. Я побрал, ну я по-настоящему. Но я Юру люблю по-настоящему. Нормальный парень. Что у нас сегодня по расписанию? Самое популярное женское упражнение, которое делают все девочки для накачки попы в зале. А сейчас мы тут будем снять, кто из них может поднять его больше. Сколько максимально предварителя могут поднять? 300 плюс. Да ну на! 300 килограмм ягодица может поднять. Как тебя зовут? Настя. Анастасия. Сколько вы? 170. Попробуй. 170? Вау! Эдуард, меня зовут, тебя как зовут? Даша. Даша, скажи, пожалуйста, сколько ты жмешь? Ну, то есть, да, сейчас ягодичный босс. 335. Ясно. Последний раз было, да. 335, Вася. За неделю набрали со 170. Rockstar, baby, turn pop star. I don't play none, I don't diss. Попробуем сделать то же самое. Тяжело? Скажите, пожалуйста. Нет. Технически надо правильно сделать, чтобы не сорвать спину или как? Я первый раз просто. Вообще, я чемпион мира по боксу, но вот здесь уже вопрос. Не, серьезно, я нормально. Вы смотрите, какой у меня джеб поставлен. Вот. Видишь? Я нанес удар, вы даже не заметили его. Это ниндзя, правда. Так, что надо делать? Секунду, но. Сколько считается для мужчины нормально? 700. Сколько? 700? Просто поднять чеча вверх, правильно я понял? Вот так, да? Отлично. Давайте накинем дальше чуть. Сейчас попробуем. 200 килограмм. Если я сейчас не подниму, не вставляйте это. А если я пукну сейчас? Я не только могу кошмарить бомжей. Я сильный. Я могу, я чемпион. Это час без остановки могу получать. Двухминутная готовность, господа.
медали за первое место. Первое место Body Bridge. Здесь все места. Первое, второе, третье. И абсолютный чемпион. Самая лучшая медаль — это золотая. Пока что буду я с ней ходить, так как предварительно я уже тут чемпион, победил. Есть, выполнили. Веса все больше и больше, тяжелее и тяжелее. Фиксация. Поставим 230 килограмм. Есть, поздравляю. Получается, я теперь тут повис, да, на этой хуйне? Ебать, до конца шоу. Я въебался до конца шоу? Ты ебать, да. Да хуй я взял? Ты теперь ведущий. Я хотел поугарать здесь, походить. Кому не хватает места, можете присаживаться на красные автомобили за 30 миллионов рублей. Ебанулся, блядь. Ты что творишь? У Юрия инфаркт скоро будет, блядь. Парень уже с возрастом. Он каждый раз, когда в такую авантюру взрывается, постоянно, блядь, думает, нахуй мне это надо, блядь. Юра просто приехал за девочкой познакомиться. Ну, чемпион тут один, и это я. Понял? Я уже с медалью. Внимание. 230 килограмм. Фиксация. Есть. 150 килограмм. Боковой судья стоит, скажи, с флажками. Скажи, боковой рэпери с футбола, ебать. Напоминаю, если будет офсайд, судья поднимет флаг. Не занимаемся. Посмотри на Кирилла. Нет, нет. Есть. Поздравляем. Я наградил лично девочку. Сколько лет? 12? 12 лет. 120 килограмм, думайте. Всего. Ребята, у вас 20 не будет килограмм. Тут 120 сразу. Жизнь их не вся тут прям в этих весах. 200 просто хотят попробовать. Я 200, у меня спина болит. Они уже хотят попробовать. Вот так вот. Вот такие маленькие хрупкие девчонки. Но с очень крутыми фигурами. А я ты принимаешь анаболики? Нет. Скажи честно. Честно. Метан там что-нибудь, пропан. Только протеиновые батончики. И протеин. Самый лучший – это естественный протеин, который мы принимаем. Это какой? Я о плохом думаю, хватит. Серьезно? О чем ты подумала? О чем? Все. Ну скажи честно. Мясо. Да. Это что, плохо? Нет. Или ты о другом плохом подумала? Она подумала совершенно о других вещах, да, господа. Все продолжение в телеграм-канале. Здравствуйте. Вы у нас поклонник. О, боже. Вы помощники Мамуры. Можно с вами сфоткаться, пожалуйста? 10 приседаний. Так, ты не досела, еще 3. Ты кто? Ты вот идешь, толкаешь сотрудника. Извини. Бог простит тебя, я буду наказывать. Жестоко наказывать. Иди сюда. Напряги пресс. Напряг? Да, напряг. А ну это стоит. Хорошо, все, ты свободен. Нормально, держишь. Хорошо. Фамилия? Удальцов. Куда идешь? К бабушке. Телефон с камерой есть позвонить? Зачем? Блять, в отдел я, мне наряд хочу вызвать. Мне нужна помощь, нахуй. Удальцов. Сейчас, брат. Как дела? Нормально. Что делать? Фамилия. Фамилия? Да. Фамилия. А? Почему фамилия? Фамилия. Узбек я. Узбек? Да. Сила есть? Сила. Сила. Сила есть. Выскочишь со мной, ты не засышь? Давай нахуй, намет. Давай. Хуя. А что мы хуй делаем? Нормально, раз. Да? Хороший парень ты, да. Слышь, мобила не интересует, новая. Нет. iPhone 14. Нет. Удальцов, ты где учишься? Я в университете. Я твой ректор сегодня. Без рукоприкладства, я аккуратно вот так делаю, раз, вот так вот, оп. Удальцов, не сопротивляемся, а то знаешь, что будет? Тебе это нахуй не надо, правильно, Удальцов? Так что лучше аккуратненько мне 200 рублей на счет. Бум, упало, да? Чик-чирик нахуй, и все, и ты исчез. Подожди. Удальцов, остановись. Да стой, подожди. Остановись, Удальцов, блядь. Удальцов, полиция, блядь, стоп. Качунуш, а не карандаш. Заблудились? Второй выход нужен. Второй выход куда? Морг? Я вам оформлю сейчас поездку.
что, хотел убежать, что ли? Я тебе еще раз повторяю. Samsung у тебя в кармане. Оплату можно провести как угодно. Ну там шаурма, я ж купи одну шаурму по-братски, блядь. Я голодный, пиздец. Я тут работаю с 6 утра. Одну шаурму я тебе телефончик подогнал. Просто меня там уже знают, не хотят ничего продавать. Одну шаурму возьмешь, блядь. Удальцов. Одну шаурму мне надо, блядь. С луком хочу. Ну ты добрый парень, я вижу, ты хороший, блядь. Удальцов. А я буду защищать тебя все это время. Здесь, на районе, я тут главный. День добрый. Шаурму одну, пожалуйста. Слышь, у меня трусы упали, можешь подтянуть чуть сзади? Трусы, блядь, аж тут, нахуй. Да. Повыше, повыше, Удальцов. Выше, Удальцов. Во, во, мать. Хочешь поговорить? Скажи, я Удальцов. Удальцов, чемпион. Сука, шаурма-то стоит, у тебя есть деньги, хоть ты? Конечно. Ты где-то работаешь? Ранки, да. А тебе порнушка не интересует? Подушка? Блюрей качество. Ой, а мне блюрей некуда. Порнушка, там собачки, кошечки, вот это все. Есть кошечки с людьми, собачки. У меня там в 5D, там кончает, как будто ты кончаешь, тебе в лицо прям летит. Ну, типа на телевизоре интересует. Ты не того нашел. Я вижу, ты такой заядлый дрочила прям. Так, скажите, пожалуйста, сколько стоит? 180. А сколько тебе родители дают? Много? 1010 в месяц, да? Нет, ты че? 180 рублей погоды не сделают, да, Удальцов? Ладно, Удальцов. Телефончик-то возьми. Я тебе продал телефон за шаурму. Две такие цены. Нигде, нет. Нахуй. Только у полковника Мамура, знаешь что? А я просто лоха нашел, ему в носопырку дал ту. И как джекпот, нахуй, с него выпало. И деньги, и телефон, нахуй, я все это собрал, ебать. Ну знаешь, когда, блядь, бонуска выпадает в казино? То же самое, нахуй. С одной пиздюли все. Но я тебе не советую это практиковать, потому что могут с себя, нахуй, джекпот выбить. Ты еще такой, блядь, сладкий, нахуй. На тебе на новые морщины, блядь, держи. Береги себя, Удальцов. Серьезно, все, давай, Удальцов. А то я сзади сейчас пристроюсь. Хочешь, покажу как? Ой, не надо. Смотри, как я обычно это делаю с такими сладкими парнями. Руки на стену. Я бы занимаюсь-то, блядь, серьезно. Бля, че, блядь, за меня? Что ты орешь? Как мужик или баба, бля, ты хуй занимаешься? Мамура стоит перед тобой, что ты орешь? Что стоит? Мамура. Кто такой Мамура полковник, вообще? Полковник. Да меня пуха на тебе, блядь, на твое звание. Ты нахуй отсюда. Пуха. Ёбаный в рот, блядь. Там мужик или баба? Кричи громче. Я тебе говорю, ты баба, а не мужик. Давай выскочи. Слышь, да кто провоцирует? А пойдем как мужик поговорим. Ты че орешь, нахуй? Че, сука? Да ты чё, дурак? Мы разъебём. Юр, мы в Феррари въебёмся сейчас. Юра, смотри на глаза Юры. Подходи к девочкам, брат. Бля, гомля, бля. Здорово, бля. Как ты, бля? Поехали. Давай дальше, бля. Посмотрите на него взгляд вообще. Что девчонки это, против что мужиков в армрестлинге, ребят. И это означает, что она продолжит. Она очень злая. Выиграю девочка, Билл дает 10 тысяч рублей. И я десятку от тебя даю. Опа, и все, начинается борьба наконец-таки. Дави, дави его. Never give up. Защищай, как родину бы защищал. Счетом 3-2. Держи. Пожалуйста, ебать. 20 тысяч ровно месяц. Девчонки, которые будут выигрывать, давай их награждать. А первая участница тоже выиграла. Porsche, а Турбо. Мы там пьян курили, не видели. Следующий участник. Ready, go. Давай, 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 не сдавайся. Не сдавайся. Давай, давай, давай. Есть! Yeah! Ready, go! Коневод проигрывает. Развернули. Чи, давай, давай. Ready, go! Сразу! Не смотри на грудь, тебе так сложнее будет. Чемпион мира, между прочим. Если я еще выиграю, я чемпион мира, а сама установлю. Еще 4 женщины. Да. Давай. Дави. Нет. Да ладно. Что, поддалась? Yeah!
Мне может раздеться? Нет? Девушка, здравствуйте. Одну фотографию сделаем на нашу камеру. Давайте, мы с вами. Возьмите букет. Да, делаем вид, что мы с вами очень давно вместе. Ты улыбаешься, хихи-ха-ха, на меня смотрит. Я тебя целую резко в губы. Не надо. Не, ну если хочешь, конечно. Я не настаиваю. Не надо. Надо? Поехали. Мы с тобой пара, мы очень счастливые, влюбленные. Ты такая мне что-то раскачиваешь, смотришь на меня. У тебя прекрасные глаза. Я улыбаюсь, да, голубые. И вот так смотришь на меня. Алина! Алина! Я сзади тебя, вот так. Не знаю, как у меня целовать. Я не буду тебя целовать, но ты не та женщина. Ты не в моем вкусе, ты понимаешь? Дашь номер? 900 ровно. 8900. Как тебя зовут? Лера. Хороший парень. Знаешь, добрый, самое главное. Я тебе серьезно говорю, пятак, десятка, у него всегда там он в кармане лежит. Смотри, он тебе не только вот эти цветы, ванны, шампанское, движуха, всю ночь, а может всю жизнь. Красава, братан! Держи, братан. Давай. Попробуй, всегда в карман, глянь к нему, чего у него там. Но он не врал. Я готов вам отдавать все, что хотите, если вы будете наш любить и ценить до конца. И не разменивать. Ну вот и все, дорогие друзья, подошел к концу этот топовый ролик. Вы его так долго ждали, я старался для вас. Да, погода сегодня не улыбается нам, но мы, несмотря ни на что, выдаем вам контакт, обратную связь. Господа, подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк, пишите комментарии. Важная информация для всех тех, кто хочет получить монету на свой счет. Пишите комментарии, я выбираю, и в следующем ролике я вам скидываю. Ну а продолжение всего того безумия в этом ролике. Вы видели это безумие, когда на Мамуру напали люди. Он не врубил, и Мамуру его вырубил. Смотрите по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Слушайте мою музыку, слушайте в удовольствие. Прощаюсь с вами, обнимаю, целую, братишки, сестренки, всех обнял, всем спасибо. Это был я, Эдвард Билл Продакшн. Наша команда старается исключительно для вас. А, покажи прибыль! До следующего ролика. Осталась одна неделя. Ну а я полетел снимать дальше. Е-е-е!